Семинар является логическим продолжением пилотного проекта «Дошкольное дзюдо», который стартовал в Сочи в 2018 году. Уникальность проекта в том, что дети занимаются физкультурой с элементами дзюдо, начиная с 3-летнего возраста. Не было методики, и законодательно все-таки дзюдо можно заниматься с 7 лет. Но так как у нас игровая методика, и цель мы преследуем оздоровить наше дошкольное поколение, то элементы дзюдо вставляются сюда в игровой форме. Сейчас мы собрали из 16 городов тренеров, которые ставят своей задачей обучиться, пройти мастер-классы. Конечно, большой багаж информации, который нам дали. Поработать с людьми такого уровня, с профессорами, кандидатами наук. Теория, практический материал, который я буду использовать сейчас на тренировках, на своих. Работаю уже давно, но сейчас уже имею как бы диплом и буду работать уже, конечно, еще лучше. Проект «Дошкольное дзюдо» финансируется Федерацией дзюдо России. Ну а в Сочи, где проект стал пилотным, весь инвентарь для занятий с дошколятами закуплен за счет муниципалитета. Сегодня в городе Сочи происходит очень значимое историческое событие. Семинар был нацелен на то, чтобы обучить тренеров по дзюдо работать с детьми дошкольного возраста. Очень важно отметить, что именно город Сочи стал пилотным проектом. Были проведено обучение тренерского наших тренеров. И в том-то и важность этой программы, что мы теперь можем с детьми дошкольного возраста на территории детских садов заниматься дзюдо, элементами дзюдо. Методики работы для тренеров, работающих с дошкольниками, до настоящего времени действительно не существовало. Поэтому спикерами семинара стали не только спортсмены, но и психологи, педиатры и педагоги. Конечно, ключевым словом у нас является здесь именно воспитание. Это не фарм-клуб. Мы не готовим дзюдоистов. И мы не считаем, что обязательно должны быть дзюдоисты из тех, кто участвует в этом проекте. На наш взгляд, 20-25% продолжит, найдет себя в спорте. Это будет великолепный результат. А так, прежде всего, это воспитание, развитие двигательных качеств, обязательно, развитие психических качеств, социализация. В Сочи основной площадкой, где реализуется проект «Дошкольное дзюдо», стала гимназия номер 9. К первопроходцам присоединились еще 5 городских учреждений. Всего дзюдо занимается 100 сочинских дошколят. Галина Моисеева, Инга Габешая, Владимир Киселев, телекомпания ВКТ.